Финальная серия за Кубок Гагарина между казанским «Акбарсом» и питерским «СКА» на флажке, как говорится. Теперь каждая следующая игра может стать последней, и у «Казани» больше нет права на ошибку. А значит, нужна полная консолидация энергетических ресурсов. Накануне пятой игры серии в столице Татарстана состоялась акция сплочения фанатов «Акбарса» из Риги, Москвы, Казани. Сплочение происходило на хоккейной площадке матчем между командами «Казани» и «Риги» Москвы. Когда забивать будет? Сейчас. У коллектива «Акбарс Рига» уже немало история. В каждом сезоне рижане в кооперации с москвичами выезжают на матчи против фанатских команд соперников «Акбарса». В прошедшем сезоне нашими были повержены команды фанатов «Спартака», «ЦСКА», «Атланта», «Йокерита». Шансов просто не оставили и питерской команде. Теперь, в самый напряженный момент плей-офф, ребята придумали так называемый «междусобойчик», чтобы показать игрокам главной хоккейной команды республики, что болельщики рядом. В хоккей играть умеют и сражаются за победу до конца. Да, именно такой получилась игра фанатов «Акбарса» в Казани. Напряжение ощущалось на протяжении всего матча. Причем казанцы вели в счете, а гостям постоянно приходилось догонять. И это при том, что вратари обеих команд просто чудеса творили в рамках своих ворот. И, несомненно, наработали на MVP матча. Оба наработали. По ходу товарищеского по вывеске, но принципиального по содержанию матча, было немало разборов полетов на скамейках обеих команд. Да и на льду, бывало, эмоции захлестывали. Однако все шло к итоговому ничейному результату на табло. За минуту до сирены 6-6. Но активнее в атаке в эти последние секунды матча были гости, и они отправили победную шайбу в ворота номинальных хозяев. Седьмую и победную. Правда, эта шайба обернулась травмой нападающему команды «Акбарс Рига» Андрею Берсеневу. Позже доктор главного «Акбарса» Николай Ерофеев накладывал травмированному швы, а партнеры с гордостью отмечали, что победа была буквально выгрызана зубами. Это ли не пример «Акбарсу» перед очередной встречей со «СКА» в пятом матче серии за Кубок Гагарина? Пожалуй. После матча, кстати, все его участники только и говорили, что об «Акбарсе». Ради чего все это? Ради того, чтобы завтра победить «СКА». Завтра, потом через день, и вернуться в Казань, и взять кубок Гагарина. Потому что «Акбарс» всегда будет первый, «Акбарс» чемпион. Наша команда самая лучшая. Движение очень мощное. Мы приехали с Риги поддержать казанский «Акбарс». Обычно мы привозим удачу, поэтому я думаю, что завтра все будет отлично. А сегодня мы играли с нашими коллегами из Казани. Получился шикарный матч. Мы все это делаем для нашего клуба, для республики. Поэтому будем стараться дальше двигаться. «Акбарс» лучший. С победой! Плей-офф для казанского «Акбарса» продолжается. Так что продолжаем жить хоккеем и болеть за казанский «Акбарс». Ура! Yeah.